Куда и как вложить сбережения и получить от них стабильный доход без рисков? Специалисты группы компаний «Элькоммерс» расскажут о самых популярных финансовых инструментах. О том, куда выгодно инвестировать и о том, в какие отрасли вкладывать свои накопления, точно не стоит. Подробнее в следующем материале. Те, кто имеет свободные сбережения, как правило, хотят их приумножить. Справедливое высказывание, что деньги должны работать. С целью увеличить свой доход, обыватель ищет способ выгодно их вложить, например, в ценные бумаги. Банки активно предлагают инвестиционно-страховые продукты, такие как инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни сроком от 3 лет, без фиксированного дохода. Как сработают инвестиции? Не имея определенных знаний финансового рынка, говорят специалисты, можно потерять свои кровные. Но самый распространенный и вместе с тем простой способ инвестиций у населения – это покупка автомобиля или недвижимости. При этом автомобиль ежегодно теряет от 10 до 20% в связи с инфляцией и износом, а недвижимость и вовсе требует вложений. Многие сегодня рассматривают в качестве инвестиций покупку квартиры. Так вот, в реалиях 2021 года, к сожалению, это давно уже не рентабельно. Приведу простой пример. Квартиранты не платят, конкуренция очень велика, требуется постоянное вложение в ремонт, налоги, нервы и прочее. За 7 плодотворных лет работы на тверском рынке команда группы компании «Элькоммерс» испробовала множество финансовых инструментов с разной доходностью и степенью риска. С упором на огромный опыт был создан уникальный инвестиционный портфель, который соответствует сегодняшним потребностям клиента. В него входит как и кредитование для физических и юридических лиц, инвестиции в разработку IT-проектов, строительство, долевое участие в бизнесе с высокой степенью доходности и прочее. Вот все эти продукты позволяют команде группы компании «Элькоммерс» предоставлять своим клиентам возможность инвестирования до 12,2% годовых. Данная процентная ставка уникальна тем, что дает максимально возможную доходность для инвестора при отсутствии каких-либо рисков. Четкие, ясные, понятные и открытые проекты, которые приносят стабильный доход. Именно по такому принципу работают в «Элькоммерс». Такой подход позволил группе компаний уверенно закрепиться на тверском рынке финансовых услуг. 7 лет – это не просто слова, это надежность, доверие клиентов и ясный взгляд в будущее с пониманием выверенной финансовой аналитикой и слаженной работой команды профессионалов. Инвестировать вместе с «Элькоммерс» просто, надежно и доступно. Ведь инвестировать можно как крупные, так и небольшие суммы. Более подробно об инвестпредложениях и процентных ставках, а также действующих акциях расскажут специалисты группы компаний «Элькоммерс» в отделениях по адресам: город Тверь, улица Дементьева, дом 23 и проспект Чайковского, 84А. Телефон 47 97 12, код города 48 22.